мы приступаем. Итак, наливаем абсент. А что, не льется? Может, крутить надо? О, он что-то, а нет, крутится что-то другое. Ич-ич. Блин, что не льется? Твою налево. Может, тут что-то застряло? Сука, чтобы оно сейчас не брызнуло. О, полилось! Ой, господи, я ж не знаю даже, сколько мне надо. Ну все, до цветочков. Оечки, оечки, оечки. Боже мой, в прошлый раз у меня был сахар, в этот раз я, наверное, сделаю этот, как его, рафинад. Хотя рафинад... Ну да, давайте на рафинад. Как мне стрёмно, стрёмно, стрёмно. Самое больше боюсь этого, чтобы ничего не пропалило. Я, наверное, уже стану. Но я нервничаю, что это очень сильно. Переживаю я. Один сахарик. Может быть, два. Два достаточно, и только на большие калории. Мне на старости лет только толстеть. Итак, обмакиваем. Обмакнули, обмакнули. Страшно. Подальше, все подальше ставим. И теперь зажиг. Тихо, тихо. Зажигаем сейчас по красавчику. Сейчас по профессиональному. Что, я уже все? У меня уже было 3 дубля. Тогда, 10 лет спустя. А вдруг не подожжется? Подожглась. А до какого момента надо вот это все дело делать? Ну, горит, 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 ясно. А, типа я могу в любой момент взять его, кидануть. Сука, мама, мне страшно. Ой, как кипит. Ай, красота неописуема. Слушайте, а может он должен гореть до последнего? И только потом, когда он полностью растворится, я должна кинуть это все дело, наверное, в абсент. Слушайте, мне так страшно, я не могу. У меня вода, наверное, бутылка с баклажкой далеко стоит. Если что, чтобы я быстренько все потушила. Бо сейчас на ночь глядя, пожарники вдруг не приедут. Спят все. Фу, бля, что я говорю? Что-то он начинает, мне кажется, в карамель уже превращаться. Как я вот это готовлю. Короче, я кидаю. Мне страшно, просто сейчас будет защитный огонь, я помню его. Огня нету. В смысле нету. Может, поколотить его? Слушайте, оно что-то поприлипало у меня. Так, мешаю, мешаю, мешаю. Должен быть огонь, я же помню, был огонь. Слушайте, ну тут реально в карамель превратилось, сосательную конфету. Вот знаете, как вот это бабушки и дедушки делают? И деткам продают вот эти петушки. Блин, короче, надо было совсем чуть-чуть и сразу бахнуть. Это сейчас на дне у меня куча сахара. Короче, первый не получился, но вы знаете, что будет дальше. Дальше я буду дальше пить. Гулять так гулять. Он вообще, вообще не теплый. Да? Фигня с под коня. Ой, ну что, давно мы этого ждали. Могу себе позволить. Скоро Новый год. Приступаем. Запаха вообще не чувствую. Вот вообще убил меня корона. Ой, блин, мама, мама. Вот. Ой, горит. Ой, горю, горит, горю. О, боже, какой прилив сил. Я аж вспотела вся. У меня аж... Ой, как после тренажерного зала. Фу, блин, я... у меня аж все кипит. Так это... Какой капец. Просто у меня сейчас все... Внутри горит.